понятно, что у нас тут новая история, в которой нужно сражаться против таких вот бабуинов. И наш красный дружище будет справляться со всеми этими чудищами. Ну что, поехали, как крыс, попытаем нашу удачу в этом сражении. Так, смотри, я собираю вот эту вот кучу монет, которую можно куда-то, куда-то пересунуть, может быть, себе в маленький такой кошелек. Я вот только не понимаю, почему наш красный шар стал оранжевый. Возможно, он вообще выгорел просто на солнце. Так, хорошо, вот здесь вот я передвину вот этот вот ящик. И заберу оставшиеся монеты, и теперь можно попробовать с него... запрыгнуть вниз. Так, ты чё, бревно, ты ломаться не собираешься, да? Ну, наверное, оно даже не треснет под нами, потому что мы слишком легкие. Но первый уровень мы круто прошли. Прямо на 3 звезды. Это почти победа. Так, вот теперь нужно понять, куда мы двигаемся. Что нам нужно делать? Так, перелезть вот здесь, прыгнуть слегка пониже. И собрать оставшиеся монеты прямо себе в свой маленький кошелечек. Так, и что ты тут глазеешь? А ну-ка. Спущусь-ка я вот сюда пониже. И вот так вот передвину этот ящик. Потому что с него я смогу перелететь прямо на этот мини-островок. Так, только я вот не понимаю, в чем наше приключение. Наверное, спасти друзей своих, которых захватили какие-то племенные... Ты чё такое? Ты что за монстр? Ты посмотри на него, а ну-ка. Опа, а как тебе такой расклад, а? Как тебе? Нормально, на тебе ещё раз. А его нельзя еще раз лопнуть, мы его просто этого желтого шипастика на ножках куриных забили прямиком в землю. Ты вообще мог себе представить, что такое может произойти? Так, вот здесь только мне бы не упасть ни в коем случае, потому что если мы свалимся, будет совсем не весело. Оп, фух, нет, мне кажется, вот ту монетку достать вообще почти. А нет, реально. Ничего себе, у нас тут прыжок. Прям конкретный такой высокий. Оп, хорошо. Готово. Давай вот здесь еще пару монет. И опять этот желтый шипастый мужичок. Ты че? Почему у тебя такая кислая мина, а? Может быть, ты хочешь со мной сразиться? Ха-ха, теперь ты снова будешь в этой земле. Так, а ну-ка. Че? О, видишь, как надо по так просто прыгнуть. И мы окажемся уже на той стороне. Все. 3 наших победных штуки теперь у нас. Можем продвигаться дальше. Так, вот здесь мне кажется, что... Нет, ничего не ломается, значит, можно смело прыгать. Ой. Вот что получается с того, когда ты пытаешься забрать эти монеты, которые расположены настолько неудобно. Ну что, прыжок нашего дружка... Это что был за двойной прыжок, оттолкнувшись от монет? Это вообще такое разве бывает? Я что-то не совсем уверен, что в этой игре такое может... Чё? Кто управляет этой штукой, а? Смотри, как она крутится, прикольно. Ну, мы, наверное, сразу туда вниз, прямо с ней вместе. Поэтому туда-ка я не полезу, не хочется мне в этот раз того делать. Чё? Кто камнями бросается-то? А ну-ка, покажись. Смотри. О, ах ты, крот, ты чё меня камнями закидал, кротяра? Слышь, ты подземельный злодей. Ну, сейчас мы нарушим его покой. Ты смотри, живет там себе в своих подземельях и еще умудряется покидать меня свои камешки. Нет, ну что за чудище? Так, ну в этот раз тебе не получится, я сразу буду на тебя прыгать. Опа, ну что? Кто у нас получил по головешке? Смотри, какие у него звездочки крутятся. Кто-то же, нечего бросаться камнями своими, лучше бы дом себе там строил дальше. Так, опять этот мужик желтоголовый. На тебя. Все. Что у него с глазами? Мне сейчас у него выпадает от того, что так крутится быстро. А тем временем 5-й левел у нас закончен, это хорошо.
Это хорошо. Залезу-ка пока я в эту сторону. Ты смотри, какая кнопища тут есть. И она спускает вот эту вот палку. Только, конечно, зуб с этим не мешает. Нужно совершить вторую попытку. Теперь залез я вот сюда повыше, и все у нас хорошо. Можем дальше вынюхивать, кто, где какой монстр сидит. Мне даже вот интересно, если здесь был какой-то непонятный желтый мужичок, крот вообще, который камнями решил кидаться. И знаете, что самое интересное? Крот был с глазами. Хотя они у него не так явно выражены, потому что это животное слепое. Оно ориентируется на запах и на свой носик пятачковый. А это, смотри, какой глазастый. Это же за неправильный крот, а? Откуда у тебя глаза такие? Взялись-то. Зрячие. Угу. Хорошо, что здесь была эта стрелка. А чё, вы мне тут тупик организовали? Ладно, не проблема. Как раз посмотрю, что в этой стороне у нас находится. А, так то есть конец. Конец уровня был. Чё, какие мне 2 звезды дали? Вы хотите сказать, что мы плохо отыграли? Не может быть, не может быть такого. Я в это отказываюсь верить. Так, ну тогда пойдем в эту сторону. Ух ты. Ну а тебе. Так. Почему-то я еще успел задеться об его этот камень. Припрятали тут монетки. Ну а те. Так. А здесь я и тогда прыгну. И бревну это мне не надо. Отлично. Ух ты. О, чё, как ты спрыгнул с этой пружины. Вот это прыжок. Неплохо так угадали. Тикс. Тикс. Эй, привет. Все хорошо.